Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень долгое время не выходил на связь, но на это были свои причины. Но сейчас все хорошо, я в безопасности. И тяжело быть первым, когда записываешь такие видео, которые сделал я, потому что это шаг в пустоту, в неизвестность. Но белорусский народ, белорусское общество мне помогло. И я очень благодарен. Они не оставили меня одного, как и не оставляют до сих пор ни одного сотрудника. Все те, кто обращаются за помощью к белорусам, получают эту поддержку, получают эту помощь. Вот фонд BuySalt помогает переобучить вас на какие-то профессии, помочь финансово, что, в принципе, помогло и мне. Поэтому не бойтесь говорить правду, не бойтесь принимать правильные, верные решения, не бойтесь быть героями.